Всем добрый день. Сейчас сниму такой короткий ролик небольшой. Отработка команда места у Марсика. Сегодня он начал немножечко капризничать. Команду ко мне сделал с первого раза, сделал, со второго раза перестал делать, развернулся и ушел. Пришлось привлекать к помощи Берту, привязывать поводочек. Я уже показывала в роликах, короткие ролики есть. Вот. Она один раз побежала, резко отдернула его. Ему было больно, больновато, взвизнул, прибежал. Побегали маленько с Бертой. Потом Берту я убрала. Вот Берта сидит у меня. Марсика уложила, пристегнула к нему поводочек. Позвала команда ко мне, он не побежал без Берты. Одернула его. Сделала тоже ему неприятно, больно. Ну, больно не так, чтобы он там... Понятно, что немножко больно. Одернула рывком. Вот. Стал бегать. Потом поводочек отстегнули. Бегали. Сейчас посмотрим, будет бегать наша собака или не будет. Ко мне. Ну вот. Так, плохо. Не доходит до конца. Доводим. Ко мне. Куда ты собрался? Похвалим все равно, что около нас сидит. Хорошо. Марс. Место. Около себя всегда собачку хвалим, даже если она придет через 5 минут. Хорошо, место. Похвалим на месте собаку. Покормим. Хорошо, Марсик. Тетя мой сладкий. Расстояние сделаем покороче. Ко мне. Ну, сел красиво. Молодец. Красиво. Красивая муська. Хорошо. Место. Вот такой моментик. Хорошо, место. Берта, иди на место. Тоже. Возвращаем Берту на место. И сейчас будем работать с ними с двумя. Хорошо, место. Отходим от собачек подальше. Поглядим, побежит Марсик, не побежит. И будем эту ошибку исправлять, если он сделает ошибку. Ну, то, что собака совершает ошибки в учении, это хорошо. Нам есть над чем работать, чтобы потом в жизни... Он этого не делал. То есть мы это отработаем, позанимаемся. Хорошо, место. Ко мне! Ну все, бегает нормально с Берточкой. Быстрее, что-то вы еле дышите, у меня две собаки. Хорошо. Берта лакомство не ест. Марсик, ко мне куда пошел? Теперь он готов выполнять команду места. Сидеть. Наступила тебе на хвостик. Готовы? Место! Марсик готов. Такой момент. Это так можно научить быстро, хорошо и четко собаку ходить по команде ко мне место. Молодцы! Уйдем еще подальше. Просто есть много есть таких на улице раздражителей, провокаций. Им все интересно, собакам, открытое место. И зачем им подбегать к вам, если у собаки столько интересного? Она к вам не побежит, если это хорошо не отработать. Ко мне! Марсик приподнялся, готов был бежать, подумал, что я ухожу. Хорошо, Берточка, молодец, первая. Марсик, молодец. Поэтому собаке надо показать прям четко. Не придешь, тебе там будет неприятно. Ой. Если ты по команде ко мне не придешь, чтобы знал, а у вас ей должно быть хорошо. Место! И отправили собачек. Ну вот. Собака работает четко, хорошо, все знает. Хорошо, место, молодцы.
подходим, хвалим их. Две моськи. Две отличные, воспитанные моськи. Хорошо место. Молодец. Некоторые эти команды отрабатывают на электрошейниках. Знаю, с удавками, но мы вот так вот работаем. Хорошо место. А теперь команда «Гуляй». Команда «Гуляй» без повтора любят. Все любят эту команду. Пойдемте гулять. А, всем хорошего дня, ребята. Ролик был коротенький. Просто такой моментик показать. Всем хорошего-хорошего дня. Берта, а ты зайку сделаешь? Иди сюда. Зайка от Берты. Давай, зайку. Зайка, всем пока!